По многочисленным просьбам наших зрителей делаем обзор на буханку. Что в ней установлено, что доработано, что сделано, что убрано. Изначально буханка была инкассаторской автомобилем. У нее название «Практик 1927». Но после покупки мы демонтировали всю броню, броневые стекла, ну и так далее. То есть мы это все сняли, привели ее в гражданский вид. Вот. Был установлен багажник, передняя лебедка, силовой бампер. Сделан лифт кузова 6 сантиметров и лифт подвески 4 сантиметра. Установлены дисковые тормоза передние. Задние не стали ставить. Этого пока достаточно. Установлена электрическая лебедка КОМ-ЭУП 9000 с тяговым усилием 4,5 тонны. В принципе, нам пока хватает. Не знаю, по сильным внедорожным там боевым таким местам, как спортсмены, мы не ездим. То есть у нас задача доехать до какого-нибудь красивого места, запланированного на маршруте. Если попадается какая-то грязь, внедорожный участок, то ну, наша задача его преодолеть. Специально лезть, как спортсмены, в какие-то там грязи сильные, у нас нет таких планов. Родной двигатель, который был с машиной, скажем так, это был 402 двигатель, простой карбюраторный двигатель, который все знают, 421.8. Хороший двигатель, никаких вопросов к нему нету, мощный, в грязи едет хорошо. Вот. Но у нас, так как по грязи мы ездим очень мало, большая часть, процентов 80-90, это асфальт, переезды какие-то большие, мы решили поставить пятиступенчатую коробку передач для более лучшей экономии топлива. Ну и этот двигатель, он как бы не очень хорошо едет с этой пятиступкой, то есть как бы не хватает, он на пятой передаче практически машину не везет. Поэтому мы поставили, был куплен новый двигатель 409 для буханки. По-моему, его название 409.11. Точное название двигателя. Вот примерно так. И уже да, с этой коробкой этот двигатель, ну как-то это все уедет, нормально функционирует. То есть уже экономия топлива получше стало. Также был установлен газ на этот двигатель уже, то есть газобаллонное оборудование, баллон на 95 литров вместо запасного колеса, которое крепится на буханке под днищем сзади. Также в задний мост был установлен самоблокирующий дифференциал фирмы Нирфи и амортизаторы, регулируемые по жесткости, американской фирмы Ранчо. На экспедиционном багажнике у нас установлен бокс тулевский, запасное колесо стоит там же и хайджек. В боксе у нас теплые вещи, спальники, ну, все остальное какая-то одежда. Вот. Хайджек применялся один-единственный раз по назначению, когда пришлось разжать машину и вытащить зажатого человека после аварии. Лопата еще там прикреплена, то есть на всякий случай. Ну, в принципе, все. В машине используем два вида навигации. То есть это на телефоне Osmond установленный для перемещения по дорогам общего пользования. И персональный компьютер на базе Windows 7, на котором скачан CS Planet, ну, заранее дома скачанные файлы местности, фотографии с Google, Яндекс, ну, уже для более детального рассмотрения каких-то местностей.
За 10-дюймовым монитором, купленным на AliExpress, стоит рация MegaJet 555, у которого сама рация небольшого размера, а блок управления весь находится на тангетке. То есть очень удобно, она не мешается, спрятана и занимает очень мало места. Также установлена УКВ-рация, которая показала себя лучшим качеством. Двухдиапазонная 140 МГц и 430 МГц. Одновременно можно прослушивать. Технические характеристики рации – это отдельная история, но нам понравилась эта рация. Тоже управление сделано на панели, рация стоит за сиденьем отдельно. За сиденьем закреплен инвертор на 300 Вт, который питает компьютер. Установлено два аккумулятора. Вот это вот устройство развязки двух аккумуляторов, чтобы они одновременно заряжаться могли и не мешали друг другу. Рулевая колонка переделана, так как лифт кузова произошел, то есть колонка сместилась относительно панели, так как она в стандартном варианте закреплена, поэтому колонка установлена рулевая от Газели и вал передающий от УАЗика 3160, по-моему. Это все описано на УАЗбуке, это можно найти, оттуда и взято. Передний диван стационарно не раскладывается, у него просто подъемные подушки, в которых там всякий хлам. То есть это запчасти, внедорожное какое-то оборудование, ну и все остальное тут, короче, шмурдяк, скажем так. На левый борт закреплен стол, он в нижнем положении фиксируется защелкой. В сложном состоянии не мешает сиденью разложиться. Если при необходимости раскладывается стол, ставится подпорка, ну и вот в таком положении он фиксируется. В непогоду можно здесь пообедать. Задняя часть автомобиля, то есть сделана такая полка, то есть она несет нагрузку на кузов, усиленная вот этими профилями. То есть, ну и, соответственно, полки. То есть, какие-то вещи здесь у нас, запасы продовольствия, колонки заодно установлены, усилитель. Задний диван раскладывается, он трансформируется вот от этой задней части до переднего дивана полностью в одно сплошное спальное место. Спокойно спит вся наша семья, 4 человека, и наш лабрадор тоже здесь помещается. Вот задние полки сделаны таким образом, то есть тут всякие вещи хранятся. Изначально это был отсек сделан для хранения газового баллона, каких-то там вещей для костра, но потом отказались от хранения газового баллона, потому что не совсем это удобно. То есть он должен быстро достаться, пообедаться, допустим, в дороге где-то, и обратно все сложится. Поэтому доставать отсюда не совсем удобно. Здесь у нас тоже всякие вещи для жизнедеятельности. Здесь стоит второй инвертор маленький на 150 Вт и компрессор для подкачки шин. В основном используется для подкачки шин. Больше его ни для чего не используем. Так, а здесь у нас масла, жидкости для двигателя, для бензопилы. Всякие технические жидкости в запас ездят. Запасные технические жидкости. В машину установлены
Сдвижные окошки вместо стандартных, которые с форточками, с поворотными. Это все демонтировано. Установили вот такое сдвижное окно, которое как с этой стороны можно сдвинуть, так и с этой стороны можно сдвинуть. Вот. Ночью это очень, ну, в жаркий день, вот в Грузии это очень помогало. То есть открываем все окошки, машина продувается, есть какой-то небольшой сквознячок, и спать намного комфортнее. Вот. А чтобы не доставали комары, всякие москиты, вот такая москитная сетка, применяется она в палатках, ну, вы знаете ее, то есть вшитые вот в эту в крайнюю штуку магниты, и на магнитиках это все приклеивается вот таким образом. Вот. И комары уже не залетают, как бы машина остается также продуваться, ну и спать в машине намного комфортней. На этом автомобиле мы проехали в 2015 году Крым, Краснодарский край немножко, Азовское море. В 2016 году мы были на Алтае, проехали Ораткойский перевал, такой хороший внедорожный участок. И потом мы прошли плато Укок, это перевал Теплый Ключ в районе 3000 метров, и перевал Бугумуюз, тоже в районе 3000 метров, высокогорные болота. Такие хорошие. Конечно, не в одиночку, в команде нашей очень хорошей. Вот. 17-й год это была Грузия. Тоже внедорожных участков практически никаких не было. Ну, зато виды, красота грузинской земли поражает. То есть очень все там красиво. В 2018 году, в августе месяце, мы планируем уехать на Кольский полуостров, посетить полуостров Рыбачий, места военных действий Великой Отечественной войны и спуститься вниз по Карелии вдоль финской границы до Санкт-Петербурга, то есть мало такими известными дорожками езженными. Ну, посмотрим, получится ли у нас проехать этот маршрут. Ну вот, собственно, все.